Китайские компании ведут переговоры о закупке российского газа, несмотря на санкции стран Запада. Как пишет Bloomberg, Пекин готов покупать сырье из России со скидкой. По крайней мере, небольшие контракты уже заключались в последние недели. Ну а в России подводят итоги торгов. На московской бирже за прошедший март за месяц состоялось всего 6 торговых сессий на рынке акций и 9 на рынке облигаций. Общий объем сделок упал в 7 раз. Вместе с тем на валютном рынке укрепился российский рубль. Сегодня доллар стоил ниже 84 рублей, а евро – 93. Есть ли на это причины, разбирался мой коллега Арсений Молчанов. Российская валюта триумфально возвращается к своим былым значениям. 4 апреля она опустилась ниже 84 рублей за доллар, тогда как 11 марта был ее пик – 118 рублей. Может показаться, что валютный рынок успокаивается, но экономисты уже сравнивают ситуацию с известным мемом. Вы рыбов продаете? Нет, только показываю. Красивая. Приятный глазу курс доступен не для всех. Купить доллар по 84, а евро по 93 могут только компании со статусом импортера или имея на руках разрешение правительства. Кроме того, к текущему курсу нужно сразу прибавлять комиссию в 12%. В стране будто опустился железный занавес для валюты. Физлицам запрещено снимать с карточки больше 10 тысяч долларов. Нельзя вывозить из страны больше 10 тысяч долларов. За границу другим россиянам можно перевести не больше 10 тысяч долларов. Нерезидентам, работающим в России, включая крупных инвесторов, тоже запретили выводить за рубеж валюту и продавать купленные акции. Иными словами, власти искусственно обрубили спрос. Винные магазины объявили о снижении цен на импортные напитки, но в целом инфляция только начинает разгоняться. Ее годовое значение выросло до 15,5%, а, например, автомобили подорожали на 40%. Как пишет Коммерсант, ссылаясь на автодилеров, продажи в марте рухнули в полтора раза, а премиальные машины из-за девальвации и сбоя поставок стали дороже на 60%. Кстати, нарушение логистических цепочек из-за вооруженного конфликта затронуло и мировой рынок. Мы в очень чувствительном положении, потому что нигде в логистической цепочке сейчас нет запасов. Все настолько плотно после восстановления от пандемии, что любая неровность на дороге тут же бьет по производству, либо ведет к незапланированному росту себестоимости деталей. Сложно представить, как будут привлекать клиентов лоукостеры. Пока же Аэрофлот объявил о распродаже билетов на внутренние направления на май со скидкой в 30%. Долгосрочную ставку на внутренний туризм сделает правительство. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал строителям новых гостиниц льготные кредиты под 5% годовых, а также ослабил ограничения на зарубежные перелеты. Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие. А теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства. Но дальние страны – это про туризм. Российское сырье по-прежнему в основном покупает Европа. И если она не введет полное эмбарго на импорт энергоносителей из России, то, как пишет Bloomberg, по итогам года Россия получит 320 миллиардов долларов, что на треть больше, чем в 2021. Однако после событий в Ирпене и Буче о санкциях говорят еще решительней. Именно поэтому покупатели, в частности, российского сжиженного природного газа, сотрудничать с Россией боятся из-за ущерба для репутации. Но это не смущает Китай. И по источникам Bloomberg, СПГ из России готовы покупать Sinopec и PetroChina, правда, по сниженным ценам. За последние несколько недель Поднебесная уже закупила несколько партий с 10% дисконтом. Арсений Молчанов, Владимир Чебышев, RTVI.